Вот такая вот красивая зеленая машина двухместная. Вот. В ней два места. Вот. У нее нет крыши. Вот. Она вот красивая такая вот. И сейчас у нас в городе нет таких машин, да я их никогда не видел лично такие. Ну, я не знаю, в какое время они были. Может, в прошлое, может, просто не в нашей стране такие машины. Ну, вот такая вот машина. У нее вот такой вот спереди вот багажник. Вот. Тут вот дворники сделаны, но их почему-то очень сложно смотреть. Их так мелко не видно, да, они все зеленого цвета сделали. Вот тут вот у нее такой низ. Там даже что-то написано. Но оно написано по такому языку, что я не могу прочитать. Вот колеса у нее крутятся, вот. Колеса, да, у нее крутятся, вот. Вот у нее сзади вот такой вот багажник, вот. Видите, она вот так. Вот очень красивая машина. Вот у нее для прицепа вот тут такое большое сделано. Мне кажется, даже очень большое, потому что машинка сама очень маленькая, поэтому оно как-то смотрится очень большое на ней. Вот. У нее вот такая вот как бы дверь сделана, не знаю, как ее приблизить, как ее показать, потому что когда сильно близко не видно, а когда сильно далеко тоже не видно, потому что она мелкая, вот. Поэтому стараюсь показать, как могу. Вот у нее такие красивые передние, какой-то цвет такой красный. Вот, фара у нее вот сделана вот так вот. Но это низ у нее тоже красный вот сделан. Колеса вот крутятся, низ у нее красный вот сделан, как колеса. Я не знаю, почему она вот таких двух цветов сделана, но я думаю, вам понравится, поэтому это стоит посмотреть, потому что машина, она сама по себе вот красивая. Я не знаю ее название, я не знаю, как она называется, но если кто знает, как она называется, пожалуйста, напишите в комментарии. Потому что вот такая вот машина вот выглядит. Она довольно-таки просто. Если кто вдруг знает название или что-нибудь знает по поводу этой машины, пожалуйста, напишите в комментарии. Очень интересно узнать хоть какую-нибудь о ней информацию. Сзади вот тут фары. Ну, сзади фары. Ну, как бы не сделали, как бы не нарисовали. Поэтому тут нечего даже рассматривать. Потому что оно сделано так, что его даже настолько мелко, что даже не видно. Потому что оно все зеленого цвета. Вот. Поэтому вот как-то вот так вот. Ну, машина вот такая вот красивая. Она, если ее катать вот так вот пальцем, очень хорошо ездит. Даже может разогнаться не по мягкой поверхности и поехать быстро. Поэтому всем советую такие машины. Может, кому в киндере попадется или как по-другому. Ну, я думаю, эта машина достойна своей красоты, чтобы на нее посмотрели. Не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на канал, потому что эта машина не последняя, которую я хочу показать.